Запомни, нельзя делать, да, самостоятельно там покупки. Старше, как видим, проникновение тоже, ну, не такое высокое, и проникновение в интернет тоже не такое высокое, пока ориентируемся на вот такую целевую. То есть это наша генеральная совокупность была на предыдущем слайде. А на этом слайде даже не поместился, вначале еще есть кружочек, 2014 год, это то, собственно, с какой периодичностью выходит наше исследование. И я рада рассказать о том, что еще в 2013 году запускала это исследование, только-только придя в Яндекс, начав работать с маркетом. Начинали мы не сразу с количественного опроса, а с того, что проехались по региону с фокус-группами, послушать, как нам люди будут вживую рассказывать про то, как они вот еще тогда зарождающиеся там тренды и e-commerce, как они про это своими словами говорят. Да? Помню, например, фокус-группу очень ярко в Краснодаре, как нам рассказывали еще тогда мамочки о том, как они впервые приходят к интернет-покупкам, например, становятся мамочками, понимают, что сложно ходить по магазинам и везде не успеешь, да, потребности у семьи достаточно большие к новым приобретениям, и вот тогда у нас появляется активное освоение новых для себя интернет-магазинов, новых для себя привычек. Но после этого мы составили подробную анкету, и каждый год она уже, соответственно, у нас проходит. Ну, а здесь проникновение интернета. Мы знаем, что в предыдущие годы, да, в пандемийные годы происходил резкий скачок, резкий рост e-commerce. Затем, да, в прошлом году мы получили прирост на 2%, в этом году снова достаточно резкий подъем, 6 процентных пунктов. Это очень хорошо, здорово, такая яркая позитивная динамика. На примере других стран, где более развит e-commerce, мы видим, что это еще не предел, и видим предпосылки к тому, что e-commerce продолжит расти. В некоторых странах этот показатель достигает 70-80% на данный момент и продолжает расти. Вот в России сейчас 58%, и это, ну, как бы среднее по больнице, как оно раскладывается на разные геострады. В Москве это уже выглядит как 76%. Всех, кто ходит в интернете, то есть 3/4 этих людей за последний год совершали хотя бы одну онлайн-покупку в возрасте 16-55 лет. В городах 100 тысяч плюс, 500 тысяч плюс, это показатель равен 65%, то есть больше половины. И каждый второй житель данного возраста в малых городах уже покупает что-то в интернете. Какая у этого всего динамика? Динамика во всех геостратах наблюдается. И в Москве, где e-commerce уже, казалось бы, достаточно большой, но он все такими же темпами растет, от плюс 6 процентных пунктов у нас за последний год. В городах прирост чуточку поменьше, плюс 4 процентных пункта, плюс 5 процентных пунктов. И на тотал России, если не ограничивать возрастом, да, 16-55, проникновение, ну, чуть пониже, вот в районе там, 10% сейчас. Как раскладывается это на соцдемподгруппы? Мы видим, что женщины в e-commerce более активны, прирастают еще более активным темпом, чем вот в среднем был e-commerce, да, плюс 6%. У нас случилось плюс 8% в этом году. Соответственно, и маркет, например, разворачивает, да, коммуникацию на женщин, и в интернете тоже стали еще более активно продаваться товары, которые традиционные для женских покупок. А также мы видим, что семьи с детьми в целом более активные потребители e-commerce, ну и семьи и люди без детей в этом году тоже очень активно приросли, аж на 9% пунктов. Прирост произошел в том числе за счет молодежи 16-24, тут самый большой прирост на этом слайде 15% пунктов. И также более старшие подгруппы 45-54, 55+, в этом году приросли. Еще e-commerce растет за счет потребителей со средним доходом. То есть средний класс у нас очень активно пользуется e-commerce, 76% пунктов, активный прирост, и мы не видим никаких препятствий к тому, чтобы рост продолжался. Почему к нам приходят в интернет, почему приходят покупать онлайн? Самый первый мотив всегда – это цены, экономия, выгоды, но посмотрите, он совсем с небольшим отрывом от причин, которые связаны с удобством. Не нужно никуда ехать, не нужно тратить силы времени, ты достал смартфон, заказал, и вот оно все к тебе приедет. А также можно делать покупки в любое время из любого места.
немного присели некоторые причины, это цены, это возможность почитать отзывы других людей, что это дешевле, чем в обычном магазине. Вот в этом году ценовые мотивы. Получается, да, не рассказала про то, что такое красные и зеленые стрелочки. Красные стрелочки говорят о значимом снижении. То есть, если у нас какие-то цифры там снизились на 2% пункта, но стрелочки не стоит, это значит, что рост снижения произошло в пределах 100 погрешности. То есть в генеральной совокупности не факт, что на самом деле этот показатель снизился или повысился. Если же мы видим стрелочку, это означает о том, что рост или снижение стат значимым, значит во всей генеральной совокупности с 95% вероятностью мы увидим такую же динамику показателя, как и увидели на нашей выборке. Так, значит, вырос также мотив, что это более быстрый способ делать покупки, скорость доставки растет, скорость, логистические возможности интернет-магазинов растут, и также мы видели, что молодежь активнее приходит в интернет, а это люди нетерпеливые, и им важно вот получить как можно быстрее. Почему не покупают онлайн те, кто еще не с нами? Мы видим, что здесь топ барьеров сохранился, но в целом все барьеры стали меньше, чем в прошлом году. Почему здесь нет цифр? Потому что мы опрашивали дальше по анкете те, кто покупает онлайн, а это онлайн не покупатели. То есть это как бы условно качественное исследование. Мы не набирали здесь репрезентативную выборку специально тех, кто онлайн не покупает. Вот спрашивали их просто почему и отпускали. Вот, поскольку мы видим снижение всех практически топовых барьеров совершения покупок онлайн, это также говорит нам о том, что e-commerce продолжит расти, и это, собственно, является к этому предпосылкой. Немного большой слайд, потому что он должен охватить все товарные категории. Здесь проникновение, то есть это процент из всех онлайн-покупателей, которые за последний год покупали хотя бы один раз товар из данной категории. Здесь есть динамика 2021 года, 2022. Все категории, которые выделены белым, подросли статзначимо. Ничего не упало. Получается, что у нас в топе? В топе всегда была одежда, обувь для взрослых. В этом году еще поднялись более частотные. Это средства личной гигиены, продукты питания, хозтовары, косметика, игрушки, лекарства. И так самый большой охват, и еще есть однозначный прирост у этих категорий. Дальше идут у нас золотовары, мелкая бытовая техника, товары для дома, аксессуары, товары для строительства и товары для дачи. Тоже у них случился стазначный прирост в этом году. Товары для кормления, ухода за малышами по охвату.